провокаторы. Примерно 250 лет представляет Балтийское море. Так, да. 29 тысяч. И... Так, они у нас вашим шикодом. Ой, как идеально. Которых у нас очень много, с которыми мы все время с вами делаем. Например, зубной пасти. Да, ну, знаете, наверное, что в Ленинградской области много довольно ферм, потому что крупных, с там, молочных производств, да, и мясных. Вот, но все-таки еще много у кого есть и свое какое-то личное хозяйство. Сколько ваша имеет Ивангородская? Наши ребята, например, пользуются трубочками многоразовыми, сейчас они модные, можно купить стаканчики из-под кофе. Наши девчонки ходят в кофейню и просят налить им мой стакан. Сейчас это не вызывает уже удивления ни у кого. То есть мы всегда стараемся сократить количество одноразовых предметов. Это смотря как посмотреть. Если думать, что это взрослая стаканчика, то она дышит в атмосферном воздухе. Если думать, что это личинка, да, все, тогда значит отдаем. Хорошо, вы все знаете, как сортировать вот у вас дома. Каких у нас есть три волшебных слова, которые бы могли суммировать и дать совет, как относиться к отходам?